Tonight, I can actually be myself for the first time. It feels incredible. I can also tell you I feel extremely lucky. Привет. Я перед тем, как начать писать сценарий к этой истории, я 10 раз подумала, стоит ли ее освещать вообще, не покажется ли она уж слишком жесткой и слишком травмирующей для моих зрителей. Но, с другой стороны, я подумала, что кто-то же должен, наверное, рассказать о том, как это вообще все бывает в Голливуде, как происходят такие вещи, как актеры пробиваются к славе и через что им приходится пройти. И в конечном итоге я выбрала эту историю не потому, что она такая вот такая ужасная, а потому что я люблю этого актера, и он мне близок. Долгое время у меня висели плакаты с ним в комнате, когда я еще была подростком, и, в принципе, я хорошо знала его историю и наблюдала, так сказать, в режиме реального времени, прежде чем вот так он все это вывалил, написав мемуары. Собственно, на основе этих мемуаров и я и сделала свой ролик, я их прочитала, я осталась в полном шоке, в каком-то таком внутреннем непонимании от всего этого, и... В общем, да, предупреждение я уже повесила в начале, так что решайте сами, хотите ли вы это смотреть или не хотите. Я постараюсь более-менее обтекаемо рассказать, а все самые-самые такие подробности будут, как обычно, у меня в телеграм-канале. Так что да. Ладно, давайте я начну с самого такого легкого, буду вводить вас постепенно в историю, а под конец уже будет что-то типа исповеди его, и я прям самое такое вот уже расскажу в конце. А поначалу давайте, если вы не знаете, просто познакомимся с тем, кто такой вообще Колтон, как он начинал свой актерский путь, что у него произошло. Колтон Ли Хейнс родился 13 июля 1988 года в маленьком городке в штате Канзас. Этот городок больше похож был на деревню, потому что там проживало не более 1000 человек. Колтон с детства ощущал себя девочкой и любил примерять маминые наряды. С отцом у Колтона сложились более такие сложные отношения, он его не понимал, не принимал, как и многие отцы не принимают своих сыновей, когда узнают что-то, что им не нравится. Ближе к Колтону был его старший брат Клинтон Хейнс, еще у него две сестры и еще один брат, но я мало что о них знаю, вот конкретно больше про Клинтона знаю. И он как раз больше такой был, больше любимчик у родителей был именно Клинтон, ну, судя по словам Колтона. И вот здесь уже можно перейти к более таким жестким моментам из его мемуаров. В 6 лет Колтон был соблазнен своим родным дядей. 6 лет. Я процитирую тебе, что он рассказывает про это, но без подробностей. Дядя Томми заставил меня почувствовать себя важной персоной. Мы были на заднем дворе под огромным деревом. И, должно быть, была ночь. Потому что я смотрел на гирлянду, которая свисала с крыши. И когда я посмотрел на Томми, он смотрел на меня по-другому. Так, как ни один взрослый не смотрел на меня раньше. Мне было 6, и я не знал, что это неправильно. Я знал, что маленьким мальчикам не положено делать такие вещи. Я знал, что это то, что девочки делают с мальчиками. Я думал, что то, чему меня научил дядя Томми, поможет мне в моей скользкой девиантной жизни. Я не был грязным, но и чистым тоже не был. Когда Колтон уже повзрослел, он начал понимать, что это было действительно психологической травмой для него. Когда ты ребенок, ты не осознаешь этого. Ну, тогда это могло казаться каким-то баловством, но вот впоследствии он начал осознавать, что это на него очень сильно повлияло, на его психику. В целом, Колтон понимал, что он очень красивый, и в подростковом возрасте он уже был очень красивый. И вот он не хотел жить в маленьком городке и работать на какой-то очень такой неперспективной работе. Он понимал, что, в принципе, его внешность может позволить ему пробиться в более такой перспективный мир. И если у нас все мечтают переехать в Москву и Питер из маленьких городов, то в Америке все мечтают переехать в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. Так вот, Колтон хотел переехать в Нью-Йорк. Но денег на это не было, потому что они были, семья была бедная, и они жили, как Колтон описывает, в каком-то полуразрушенном буквально бараке, на какие-то там пособия по... Я не разбираюсь, на самом деле, как у них там это... Ну, что-то типа пособия неимущим, вот что-то такое. И Колтон вот эти вот чеки сохранял, которые у него были, и он их копил, чтобы потом уехать. Но денег все равно не хватало, и в 14 лет он устроился на работу, такую замечательную. Он пошел ночью танцевать в гоу-гоу-баре. Да, в 14 лет, но он выглядел чуть старше своих лет. И он сделал поддельное удостоверение личности, чтобы якобы сойти за более взрослого человека. Ему поверили, и он там танцевал. И вот в 14 лет у Колтона появился первый парень по имени Дэймон. Он был его немного старше. Колтон вообще
по-честному говорит, что у него ничего особо с девушками не было, и он всегда себя осознавал, то есть у него не было такого, что я попробовала с девочкой, мне не понравилось, и я там... Нет, всегда это было в его жизни, всегда, то есть абсолютно... И однажды Колтон поделился этой информацией про своего парня со своей мамой, которая вроде бы, ну, более-менее нормально отнеслась, но она рассказала отцу, и его отец, он просто рассвирепел, но это не самое худшее, потому что спустя некоторое время его отец... И впоследствии Колтону сказали, что это было из-за того, что его сын гей. Представляете, как у него, вот он в какой обстановке он рос. А это еще даже, я рассказываю только, это еще даже не самое ужасное, что с ним происходило. Это просто вот на него также это оказало ужасную травму, потому что, насколько я поняла, он видел, как это происходило. Или не сам процесс он видел, не сам момент он видел, а впоследствии, видимо, видел тело он. Вот так. После всего этого он уже точно решил уезжать из Канзаса. Все, я уезжаю, я собираю последние шмотки, уезжаю, больше не могу. Ему было 15 или 16 лет, 15 вроде бы. И он поехал в Нью-Йорк. Вот с этими чеками, которые он накопил, у него ничего, кроме этого, больше не было абсолютно. И никаких связей у него не было. Он хотел попробовать себя как модель. Вообще многие актеры, большинство, начинают как модели. И Колтон поехал в Нью-Йорк. Сначала он туда приехал и поселился в каком-то хостеле, где жили другие модели такого же возраста, и ему там дали место, там матрас был на полу, там он на матрасе на этом спал, то есть там не какие-то были классные особые условия для него, такие вот, но для него даже такие условия были намного лучше, чем то, что он переживал в Канзасе, в своей семье, вот в этой вот, вот это все безумие, для него это уже был как выход, как свобода для него. На следующее утро он уже проснулся с парнем по имени Юджин. Он там не понял, что там произошло. Это он описывает, но я не буду это. Это будет в телеграм-канале, у меня можете прямо сейчас зайти. В общем, Колтон начал свою карьеру модели. Поначалу вроде бы у него не так уж и плохо шло. В принципе, из-за его красивой внешности его приглашали как фотомодель. Но, естественно, Колтон не подиумная модель, так как у него был очень маленький рост для парня. Там 169-170 где-то. И он надевал, он сворачивал, рассказывал, что нижнее белье в ботинке, чтобы чуть-чуть повыше выглядеть. Внутри ботинок вставлял, и чтобы это как бы его, ну, не особо помогло ему на самом деле. Но у него были неплохие проекты вначале. Он там снимался для Киры Пластининой, для Ральф Лорен. В общем, такие какие-то более-менее нормальные у него было, но это не какая-то многообещающая карьера, понятно, что тут особо ничего такого не могло произойти, сверхъестественно, что его бы дал бы толчок по карьерной лестнице сильный. Зато появилась вот эта скандальная фотосессия, я не знаю, может быть, вы видели, я ее видела, в принципе, почти сразу, как я узнала про Колтона, у меня еще такие были вопросы, а что, как бы, это в контексте чего было сделано, я так не поняла, для какого-то то ли журнала, то ли что, по-моему, это какой-то гей-журнал для этого сделано было, и тогда это не было особой проблемой, но... Когда уже Колтон попал в волчонка, я потом расскажу, это стало проблемой. То есть они не хотели, чтобы актер, вот у которого есть такие какие-то провокационные фотографии, снимался в роли подростка и вроде, ну, как-то не очень. Конечно, это не строгие правила Диснея, с Диснея бы там выкинули бы сразу, но, тем не менее, все равно иметь такие фотографии — это проблематично. Несмотря на то, что фотографии Колтона даже появлялись в достаточно популярных журналах, это не обеспечивало ему хорошую жизнь в Нью-Йорке. Нью-Йорк очень дорогой, ему не хватало денег постоянно, и... Он начал заниматься сексом по телефону, это... Ну, в общем, ты звонишь кому-то, понятно, да? Вот, он с мужиками занимался этим, потому что, ну, а что ему было делать? Ему предложили, и он такой, ну да, хорошо, буду это так вот. И он долгое время там проработал, о чем он без стеснения рассказывает, что он достаточно много заработал в этом, оказывая эти услуги. В принципе, это помогло ему прожить более долгое время в Нью-Йорке. Тем не менее, он очень мечтал стать известным, сделать себе карьеру. Для него, я думаю, что это было единственной возможностью... Ну, как-то избежать вот этой ужасной жизни, которую он жил. И, ну, понятно, что без протекции это не сделать. Вы должны это знать. И он, я не знаю, кто конкретно ему помог, но, видимо, кто-то ему помог. То ли, может, кто-то по телефону там или еще как-то. Ему помогли, и потихоньку он начал как-то пробиваться в более такой мир. И позднее, вы наверняка этого не знали, он даже проходил прослушивание на роль Эдварда Каллена. Вот. Но выбран был Роберт Паттинсон. А мог бы быть Колтон, в принципе, могли бы, да, и Колтон бы, конечно, очень сильно тогда уже прославился, но вот как-то все в жизни его немножко не пошло. И вот только в 2011 году он попадает в «Волчонок», очень популярный сериал, и получает роль Джексона Уитмора. В этом сериале он безумно красивый. Look at this. И я, когда первый раз смотрела «Волчонка», я сразу же на Колтона обратила внимание, я так подумала... Excuse me, I fucking James Dean. Казалось бы, все, после этого у него должна быть очень феноменальная карьера, потому что, ну, прям 10-10, все в него влюбились, волчонки, очень клевый, очень красивый, но никто вообще не знал, что за этим стоит на самом деле, какие у него были мучения во время съемок, сейчас все это расскажу. Вы наверняка замечали, что он там в прекрасной форме, ну, он почти, там, не знаю, 50% сцен играет такого топлес. И знаете, я просто тоже подумала про это, и
Мне казалось, что, блин, это просто невероятно, наверное, в зале там живет просто. Невероятное дело, такое невозможно достичь. Моя внешность менялась и, как мне казалось, к лучшему. У всех нас был тренер, который следил за тем, чтобы мы были в наилучшей физической форме. Мое некогда тощее тело теперь было покрыто мышцами поверх костей. «У тебя 5%», — сказал мой тренер после того, как пощипал мою кожу, чтобы проверить уровень жира в организме. «Я хочу сократить до 4%, — сказал я. Я продолжал падать в обморок. Везде. Я падал в обморок в ванной поздно ночью. Я не мог никому рассказать, боясь поднять тревогу и изменить свое поведение. Я совершил всего 3 тайных похода в отделение неотложной помощи, что я счел неплохим, учитывая, как я наказывал свое тело». Всего через 2 сезона «Волчонка» Колтон Хейнс, уже достаточно прославившийся в этой роли, внезапно покидает сериал. Я думала, почему, из-за чего это произошло. Ну, обычно мы думаем, что какие-то конфликты, но на самом деле ему вообще ничего не платили практически за съемки, представляете? Ему, который так изнурял себя, ему ничего не платили. Может, бедный ребенок на самом деле. Сейчас я зачитаю. Прошло всего несколько недель с тех пор, как мое время в «Волчонке» подошло к концу. Пресса писала о неудачных переговорах по контракту, но настоящая правда заключалась в том, что они не хотели платить мне ту же сумму, что и всем остальным, что было не так уж и много по голливудским стандартам. Это гонорар, который мне заплатили бы за появление в любом другом фильме. Команда сериала превратила мою жизнь и тело в сущий ад и даже отказывалась выплачивать мне стандартную зарплату. Я постоянно играл больше сцен, чем другие, и в конце концов я остался единственным человеком, который пострадал. В одночасье я снова стал безработным, даже не записавшись на прослушивание. К счастью, мой друг-продюсер, с которым я познакомился, когда впервые переехал в Лос-Анджелес, позвонил мне прямо на прослушивание для 3 эпизодов сериала «Стрела». Так Колтон попал в следующий сериал, где он был довольно успешен в роли Роя Харпера. Он на самом деле не читал комикс, вообще не знал ничего об этом, не открыл. Я тоже не знаю, например, но его брат Клинтон очень знал, он прекрасно знал, какой это супергерой, и он такой: «Боже, Колтон, тебе очень повезло», а Колтон там уже весь голодный, такой: «Да я кого угодно сыграю, у меня даже телевизора нет, мне пофигу, этого, не этого, того, давайте этого», там, в общем, знаете, как бы он не знал вообще, кого он играет, что это за герои, какая у него история. Он даже не понимал, насколько ему на самом деле повезло сняться в сериале, а у «Стрелы» рейтинги были даже выше, чем у «Сплетницы». То есть это очень, на самом деле, известный, интересный сериал. Я смотрела, я все с Колтоном смотрела, тоже можете посмотреть. Я попросила уйти из сериала, потому что в то время я больше заботился о своем психическом и физическом здоровье, чем о своей карьере. У меня была неизлечимая тревога всю мою жизнь. Я был физически болен, терял сознание, у меня была язва. Люди хотят, чтобы вы соответствовали тому имиджу, который вы показываете, но они не понимают, что значит сниматься 24 часа в сутки. Я шел домой и все еще играл. Люди, которые так осуждают геев или других, не понимают, что играть 24 часа – это самая утомительная вещь в мире. В 2016 году Колтон Хейнс делает немыслимое. Он совершает каминг-аут. Это очень большой поступок для известного актера. Поверьте мне, это мега безумно важное решение, которое просто красной нитью пройдет через всю твою жизнь. Ты уже не сможешь что-то изменить. И значит, что он был на 100% либо подавлен, либо уверен в своих действиях, что я склоняюсь, скорее всего, к первому. Ему уже настолько было наплевать, что у него не было никаких сил никого и желания никого обманывать. По сути, если вы посчитаете, не так много каминг-аутов делают. И у меня даже был ролик, я рассказывала, почему Леонардо Ди Каприо не может делать каминг-аут. Да, не надо говорить ничего. Я уверена насчет Леонардо Ди Каприо 100%, потому что я, когда Колтона в первый раз увидела, я такая: «Да, я как-то сразу это считала, хотя он даже тогда не был никаких предпосылок, что он взял каминг-аут, но я как-то вот, ну не знаю, интуитивно я это почувствовала». В общем, все, не душните, если вы не согласны со мной, мне... I don't even know. Вот. В общем, к чему я все это от себя тяну, это к тому, что ты не получишь роль, Голливуд тебя задавит, если ты сделаешь каминг-аут. Ты получишь роль, но ты получишь роль гея, вот что-то такое. Сегодня мне предлагают только роли вроде лучшего друга гея. Единственное, что мне предложили после того, как я открылся, это стать лицом Гриндера. В этот момент в своей жизни Колтон Хейнс познакомился с очень известным в Голливуде флористом Джеффом Литтомом. Он реально очень известный, я за ним наблюдала, и за Колтоном все это мне было очень тогда интересно, когда еще они даже не поженились, я уже знала, что они вместе, я прям это видела по некоторым постам. И если вы обратите внимание, например, на фотографии в цветах у Крис Дженнер, у Кайли Дженнер, то это процентов на 150 всегда работа именно Джеффа Литтома. Он самый известный цветочник, у него куча там подписчиков, но для его как бы сферы деятельности это прям сверх много. То есть он популярный, он работает в Four Seasons, это сеть люксовых отелей по всему миру, в России тоже есть или была до какого-то определенного времени. В начале 2016 года Колтон впервые сообщил, что встречается с Джеффом Литтомом. Затем, всего месяц спустя, знаменитый флорист сделал ему предложение во время отпуска в Мексике. Незадолго до свадьбы Хейнс и Литтом рассказали журналу People, что на самом деле их познакомила общая подруга Сирена Уильямс несколько лет назад.
И вот, когда они поженились, возможно, вы это даже помните, потому что это было очень громкое событие, даже для Голливуда. Ну, как бы, гей-свадьба, это не каждый день случается, тем более, когда какой-то известный актер, и, то есть это достаточно большая редкость. Я тогда еще так порадовалась, что, блин, это реально происходит, вот они женятся, как, ну, то есть это на таком же уровне обсуждается, как, извините, почти что свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста. То есть это было очень известное событие, это везде обсуждали, и даже в России. Я видела посты в группах, что вот-вот. Помимо того, что на их свадьбе присутствовал практически весь голливудский бомон, так еще и Шер приехала, это их подруга, чтобы спеть эту романтическую песню «I got you, baby». И вот когда она это пела вживую, Джефф Литтом встал на одно колено и сделал Колтону предложение. Колтон расплакался, все это было так мило, все досмотрел. То есть, ну, это было по-настоящему, это было искренне. И казалось, что для Колтона, наверное, на тот момент был самый счастливый момент в его жизни. Представьте, после всего этого ужаса, который он пережил, перенес, вот казалось, что наконец-то счастье в его жизнь как-то входит, что он наконец-то встретил свою любовь, и что у него все будет хорошо и нормально. Но, к сожалению, мы не знали, на самом деле, что в его жизни в этот период разворачивалось, какие-то ужасные события, помимо того, что вот эта вот свадьба и так далее. Мы ничего не знали ни про его маму, ничего, это только вот он, когда написал эти мемуары, он открылся. Когда они расстались, я пыталась понять, что могло произойти, но мне было интересно, и мне почему-то всегда казалось, что причина в Колтоне. Я была, не знаю, процентов на 90 в этом уверена, потому что если мы посмотрим на Джеффа Литтема, он производит впечатление такого суперспокойного человека, суперсдержанного, который всегда как-то, ну знаете, это такой, который овсянка и хлопья, 8 утра, пробежка. Вот, ну, у меня такое ощущение складывается, а Колтон, хотя ты и не знаешь его историю, ты смотришь такой, блин, нет, мне кажется, что-то тут не то. Мне кажется, он безумный какой-то, какая-то есть психологическая травмированность у него, и я думаю, что это вот стало их точкой раздора, потому что, когда тебе 46 лет, а Джеффу Литтему было 46 лет, когда они женились, а Колтону было 28, согласитесь, почти 20 лет разница, ну, это достаточно значительно, и в 46 лет, мне кажется, человек, ну, по крайней мере, тот человек, который похож на Джеффа Литтема, который живет как Джефф Литтем, у которого все стабильно, спокойно, не хочет себе очень проблемного партнера. Он не хочет вытирать за ним сопли, слюни. Он может это делать, может, тут есть разница, но он не хочет, он не будет посвящать свою жизнь тому, чтобы справляться с чьим-то психологическим состоянием, с чьей-то постоянной депрессией, с чьим-то постоянными истериками, криками, какими-то проблемами. То есть, мне кажется, ему как раз-таки нужен был более нормальный партнер, более спокойный. Вот напишите, мальчик, я права или нет, я уверена, что я не ошибаюсь в этом плане, я думаю, что это так и есть. Сейчас мы будем переходить к вот такой самой травмирующей части. Вы все еще можете выключить, если вы не готовы сейчас это слушать. В общем, у него умерла мама, его любимая мама. Она долго болела и умерла от цирроза печени. И Колтон, можно сказать, все, после ее смерти он сошел с ума. И все вот это начало происходить. Я сначала не понимала, что конкретно, потому что я наблюдала за его аккаунтом, и я видела, что он меняется, что-то происходит. То есть какие-то странные очень фотографии, какие-то были очень странные истории. Я уже так не помню, что там было. Там реально был бред какой-то. Ты видишь, что с человеком что-то не окей. И там тоже это обсуждали в комментариях. Колтон, что с тобой? Почему ты такой странный стал? Какие-то непонятные выходки стали у него. Потом эти фото в синяках какие-то странные. Я такая думаю, блин, а я, ну, у меня-то не было времени разбираться, что конкретно случилось, что там произошло с ним. Но я видела, что что-то происходит, что что-то там ненормальное. И вот, когда он написал, уже все стало понятно. Собственно говоря, он сам рассказал, что конкретно было. Сегодня я забрал прах моей мамы из крематория. Я сидел на парковке и плакал 3 часа. Я чувствовал себя настолько обессиленным, что заселился в отель и заснул, держа коробку с ее прахом на полу в ванной. Я плакал так, что меня тошнило. Она услышала, что я собираюсь выйти замуж, прежде чем у меня была возможность сказать ей это. Кто-то в семье сказал ей. Она позвонила мне, рыдая, и сказала, что я вот-вот совершу худшую ошибку в своей жизни, выйдя замуж слишком рано. Но я ее не слушал. Она рыдала. В ту ночь она ушла в запой. Кричала, плакала, пыталась сломать вещи в доме и умоляла нас найти мужчину, который пришел бы переспать с ней. На следующее утро был день матери. Я был так зол на нее, что собрал все ее вещи и положил их в свою машину до того, как она проснулась. Когда мы приехали, я бросил ее багаж на бордюр перед ее трейлером и даже не попрощался. Незнакомые люди в комментариях к моим социальным сетям называли меня толстым Ченнингом Татумом. Заголовки таблоидов сообщали, что меня выгнали из сериала из-за лишнего веса. Мне было все равно. Я не мог даже принимать душ, потому что не мог ходить. Я обоссал кровать. Я уже несколько раз доходил до такого состояния паралича и всегда мог солгать и списать это на свою тревогу и депрессию. Эта ложь больше не работала. Есть семьи с нормальными родителями, которые лелеют своих детей, и они идут дальше, поступают в колледж, устраиваются на нормальную работу, находят нормальных партнеров и нормальную жизнь. Я попытался объяснить им, что в то время, как они могли позволить себе роскошь, я дрался за талоны на школьное питание и всю свою жизнь продавал свое тело, чтобы привлечь внимание, потому что это было единственное, чего люди хотели от меня.
Я был пьян и читал комментарии геев в интернете, людей, которых я никогда не встречал, называвших меня жирным разведенным педиком, увековечивая ложь о том, что я был единственным голливудским геем, и мне якобы повезло легко открыться и сохранить карьеру, хотя я едва ли смог получить хоть одну работу после каминг-аута. И я больше даже не мог попасть на прослушивание. Я был пьян и думал о друге, который сказал: «Да ладно, Колтон, ты знаешь, что причина, по которой ты получил эту работу, заключалась в том, что директор по кастингу хотел тебя». И я знал, что он был прав. Думаю, уволить меня из сериала было лучшим решением в мире. Я так сильно увлекся веществами и алкоголем, чтобы замаскировать боль, которую я чувствовал, что я не мог уже ничего. Я тонул в собственном дерьме. Я заперся в номере отеля в Беверли-Хиллз на 7 дней и был найден в своей комнате с синяками по всему телу. Это выглядело так, как будто кто-то выбил из меня все дерьмо. Я не мог ходить, поэтому падал повсюду. Я попал в больницу с разорванной почкой. Я потерял зрение в левом глазу, почти умер и пытался покончить с собой. Я думаю, я заслуживаю права говорить о смерти. Я посвящаю свои мемуары всем квир-детям, которые жаждут любви и внимания, тем, кто сломал бы себе руку, только бы кто-нибудь подписал их гипс. Знаете, что вы заслуживаете любви без боли. Ну, в общем, самое основное, это вот я процитировала вам. Все такое будет в телеграм-канале. У меня, приходите. Он молодец, что он проливает свет на то, как тяжело геям в Голливуде. Многие это замалчивают, многие любят придумывать какие-то сказки про то, что ой, там, да вот я очень много старалась, очень много работала. Ну да, но недостаточно много работ, еще надо пройти через какой-то ад, наверное. Ну, обычно так. Судя по тому, что я читала из биографии многих артистов, актеров и раньше, и сейчас, и очень много таких историй. Сейчас у Колтона, кстати, с карьерой все неплохо, нормально, все хорошо, он наконец-то более-менее восстановился. Я думаю, что написание вот этих мемуаров ему очень помогло раскрыться. И он сейчас, он снялся в полнометражном фильме «Волчонок», я так понимаю, что это продолжение сериала или что-то такое. В общем, полнометражный фильм по «Волчонку», и он выходит буквально через неделю, я очень жду, я посмотрю с радостью, наконец-то, на Колтона уже в нормальном состоянии, без всего этого трэша какого-то ужасного, который я наблюдала несколько лет за ним. Спасибо за просмотр, друзья, я очень ценю, что вы пишете мне добрые слова в комментариях. Не обижайтесь, что я не лайкаю, но я еще пока не отвыкла от травли, которой я подвергалась в течение 2 лет. Вот. Про это все также рассказываю в Телеграме, все, что происходило, все, что происходит. Подписывайтесь, пишите идеи для роликов, если вы хотите, чтобы я сняла о ком-то конкретном, о какой-то конкретной личности или какой-то конкретной ситуации. Может быть, я как раз-таки вашу идею возьму. С вами была Дарья. Увидимся через неделю, наверное. Всем пока!